Привет, меня зовут Андрей, и это Ксистор, и, конечно же, обзор на умную стиральную машину в Вайоми Мастер 2. Да, устройство для бытовых нужд, но в данном случае эта модель выглядит стильно, минималистично, в белом дизайне, особенно выделяется барабан с таким огромным иллюминатором, если можно сказать. Ну, в общем, кайфовая история. Максимальная загрузка для стирки это 10 кг, но если вы хотите еще потом высушить одежду, то изначально вместо 10 нужно класть 6 кг вещей. И самое крутое, что у нее есть 15 разнообразных программ, в том числе и самоочистка барабана, чтобы удалить там плесень, всевозможные бактерии, запахи. Ну и что касается там футболок, джинс и всего прочего, то тут, конечно, целое раздолье, и попробуй разбери, какой именно режим тебе больше подходит. В машинке есть система автовзвешивания, то есть, когда вы кладете немного вещей, то машинка это определяет и выделяет необходимое количество воды для того, чтобы не тратить лишнего. Ну, вот такая вот система тут предусмотрена. Стирально-сушильная машина в Вайоми, она умная, поэтому ее можно подключить к вашему смартфону через приложение Mi Home, но учитывайте то, что режим вы можете выбрать исключительно на самой машине, таким образом и включить саму машину. Ну а настраивать более подробно этот режим или любой другой из 15, вы уже можете на своем смартфоне, если вам не нравится это делать на самом устройстве. И да, конечно, дополнительно вы можете еще настраивать отложенный старт и там точно так же подробно под себя индивидуальным образом настраивать каждый режим. Беспокоиться о шуме машины не придется, потому что тут стоит инверторный двигатель, максимальная громкость это 76 дБ в случае, если у вас стоит режим отжима. Ну и она весит, в принципе, 65 кг, поэтому особо она тут не попрыгает. Ваши соседи жаловаться не станут. Скажу еще про габариты. В глубину это 51 сантиметр. Если считать с люком, то 58. Что касается высоты, это 85 сантиметров. Ну а в ширину 60. Если ищешь стиралку, благодаря которой хочется сэкономить время, нервы, да и деньги, то Вайоми Мастер 2 вполне себе отличный вариант. Что думаешь, пиши в комментариях. Ну и не забывай подписываться.